Буквально через пару часов в Кустанае начнет работу инвестиционный форум. В центре внимания участников привлечение инвестиций в производство сельскохозяйственной продукции. В области запатентовано несколько программ, позволяющих увеличить урожайность зерновых. Также кустанайские ученые разработали технологию органического возделывания пшеницы. Пока собственные нужды в элитных семенах область самостоятельно покрыть не может, но в семеноводческих хозяйствах дефицит намерены сократить. Наш регион отличается тем, что в плане инноваций и их внедрения наша область идет на таком достаточно хорошем уровне. Мы создаем технологии, создаем сорта, которые и не наносили бы вред окружающей среде и приносили бы максимальную экономическую эффективность фермерам.